Вовнутрь положите, вовнутрь. Вовнутрь положите. Второй термометр положите в холодную воду. Все. Холодную воду положите, второй термометр. Сюда, сюда. Хорошо. Так, записывайте данные. А он же не работает, как мы его определим? Записывайте данные. Тут даже не показывает. Теперь нужно будет что сделать? Смешать оба жидкости. Делайте смешивание, ребята. А как понять, сколько? А, масса 100 грамм. Кира, надо смешать оба жидкости. Все, термометры вытаскиваем. 5,5. Нет, температура горячая, вот такой не бывает. 70. Одна поет или все? Все надо запить. Вот это горячее. Да не трогайте. Если сделали записи в таблицу, смешивайте жидкости. 60 поет ли горячая вода? А что если у вас температура показывает 5,5? Так писать? Можно смешивайте. Сначала смешать, это нужно смешать. Теперь смешиваем. Она же не работает, как мы смотрим. И нужно теперь не очень много положить. А теперь...